В начале января в ряде регионов России отмечается превышение ПИД-порога по заболеваемости гриппом и ОРВИ. Самые высокие показатели зарегистрированы в Чувашии и Тюменской области. На Ямале за первую неделю нового года за медицинской помощью обратилось почти 3000 человек. Это практически вдвое меньше, чем за последнюю неделю декабря. Больше всего заболевших в Ноябрьске, Новом Уренгое и Салехарде. О ситуации в нашем городе расскажет моя коллега Ирина Волокитина. На момент съемки часы показывают 14:23. Вся информация по заболеваемости учеников второй смены школ города уже поступила. Данные по первой смене были получены еще утром. Специалисты управления образования тщательно анализируют результаты мониторинга. На сегодняшний день у нас ситуация с заболеваемостью такая. В школах в среднем 3,3% заболевших, то есть небольшой процент. В детских садах максимально 9% есть сады, 7-9%, в среднем 5,1% заболевших. То есть достаточно хороший показатель. Надеемся, что все подлечились, выздоровели. Ситуация стабилизировалась. Ученики сели за парты, малыши пошли в детские сады. Но у медиков работы не убавилось. После праздничных дней много пациентов с остаточными явлениями ОРВИ. Хотя в целом ощущается положительная динамика, говорит заведующий терапевтическим отделением Александр Шатов. Если, допустим, сравнивать первый рабочий день, понедельник, и сегодня, то довольно ощутимое снижение. То есть если в первые дни это было около 10-12, ну, первичных обратившихся с ОРВИ на каждом участке, то на сегодняшний день это уже 3-4. Ситуация улучшилась по всему округу. Об этом свидетельствуют цифры. За первую неделю января в медицинские учреждения обратилось около 3000 ямальцев с диагнозом ОРВИ. Это практически в половину меньше, чем в конце декабря. Но бдительность терять не стоит, ведь эпидпорог на Ямале все еще превышен. Вдобавок Роспотребнадзор прогнозирует на январь всплеск заболеваемости по стране в целом. Врачи настоятельно советуют горожанам быть особенно внимательными к своему здоровью. Общественные места посещать в маске, пить противовирусные препараты, одеваться по погоде и избегать переохлаждения. Специалисты управления образования рекомендуют родителям не отправлять на занятия детей с недомоганиями. Повышенная температура, головная боль, ломота в суставах, насморк, тошнота – первые признаки инфекции. Ирина Волокитина, Максим Мячин, программа «Время местное».